Где я сгораю, входя в плотные слои. О, тихо, тихо, я подругу не поздравил. А, с днем рождения. Поздравил. Я забыл. Я хотел как раз попозже поздравить. И забыл. Сейчас, нет, все нормально, я успел. Сейчас дай мне буквально минуту. Так, чат должен сейчас решить, сгорит ли хотя бы один юнит в огне. Сгорит ли хоть одна... Ладно. Сунчи Мичал поддержал ваш канал на 30 рублей и сообщает: «Привет. После коопа поиграй в Direct Strike с Country вместе, если сочтешь интересным». Не, это скука. Direct Strike, я не знаю, для кого это придумали. Не вижу никакого смысла в это играть. То есть нажимать одну кнопку, когда юниты сами идут, и ты не можешь ничего делать, не можешь контролить, это странно. Ты в шахматах довольно странно, когда ты... Ну, короче, Дзерк не шарит просто. Почему? Ну, типа, интересно должно быть. Я говорю, 2 минуты, пожалуйста, я подругу поздравляю, спасибо. А мы не в Архонте, да? Тут не надо быть контроль. Да другие компании по-любому сделают в этом режиме. Разлога, привет всем зрителям, здрасте, ученикам, модераторам, подписчикам, судьям, донатерам. Им вообще отдельный привет. И простому народу тоже. Гоу. Подожди, пожалуйста. Тифон? Неплохо выглядит, а? Да, сенсоры показывают... Воу-воу-воу. Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. Никогда такого не видел. Погоди, Мэтт, что это значит? Это значит, что через несколько... Твич, я вижу. Взорвется и превратится... Если я не отвечаю на 100% сообщений, это не значит, что я не читаю. Я смотрю за чатом. Я смотрю, я пролистываю. Я просто не могу физически с каждым разговаривать, ребят. Поймите. 2019 на дворе. Есть и хорошие новости. В этом районе у нас значительные запасы провизии. Поэтому вам не придется строить... Происходит? Все, поехали. Давай. Ну хоть что-то. Оу, А, у нас Архонт? Ага. Почему-то Архонт сделал. Не знаю, потому что здесь некогда развиваться за двоих. Не трогай мои баньши. Ты сам хочешь пока? Ну, на, давай ты. В смысле, я баньшами? Ты, прости, ты провинился, поэтому ты микри. А чем я провинился, прости? Ты контролил хреново тошем. И поэтому я буду... Ты их полюбишь с первого взгляда. И как я должен пробивать? Ладно, я понял. Они засекают замаскированных банши. Да фу, ну мне лень. Все, отстань, я рашу. Мне плевать. Мне плевать на равоклик. Ты чё, слил 3 банши? Да. Что за чёрная коробка? Так, как выйти, поменять друга? Да всё, мне лень контролить. Серьёзно? А мы тут банши делаем или что? Ну, типа того. Тут есть способ интересный. Так, а где наши замечательные партнеры? Не понял. Поздравь ее в прямом эфире. Мы не настолько хорошие. Так, ребята, хочу передать отдельный привет шоуруму DX Racer, в котором у нас будет встреча в Москве 18 числа. У нас там проходили открытые уроки. И они будут проходить там еще. И открытые, и закрытые. Все будет проходить. Следите, не пропадайте. Так, надо решить, что мы будем делать. Приближается огненный фронт. Натэнэ, а ты строишь? Отлично. Ну, что ты там не строишь? Ты строишь? Я свою базу только развиваю. Короче, ты воздухом. Ладно. Мы давно ждем тебя. Ты зря, кстати, начал в домиках заказываться. Да, на этой миссии горит огонь. Только не эти талдаринские живчики. Совершенно не умеют вовремя остановиться. Волна огня в опасной близости от базы. Требуется немедленная эвакуация. Талдаримы заняли удобную высоту на востоке. Давай. Было бы неплохо выбить их и перенести туда нашу базу. Там будет очень здорово и весело. Скоро. Чё там? Нормально.
Тебе банши заказывать? Я, да, я заказываю, да. Я банши. Даниил банша. Ты, я так понимаю, инвиз вообще не воспринимаешь, да, как что-то важное? Я его, как бы я... Кто? Тебе коплю энергию. Ой, сколько денег. Ой, чувак. Я вижу. Ты танк отдал. Там не плевать на танк? В смысле плевать? На танк это вообще не важно. Меня тут жахать, жарить сейчас будет поход. Так, надо третью нычку занимать. Вообще на этой карте есть небольшой обуз. Какой? Ты про него не знаешь. Я... Кроешь масбаншей? Ну, блин, там да. Столько денег. База союзников атакована. Да вход, валить оттуда. Оп! Нихера. Пусть они сгорят. Ты думаешь, они сгорят? Я бы так, я бы хотел, чтобы они сгорели. База атакована. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. База союзников атакована. Юзу инвиз иногда, пожалуйста. Я юзу инвиз почти всегда, ты на меня не переживай. Так, 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 так. Реликвию внизу забери. Я... Войска союзников атакованы. СМ готов. Ты базы и перелетел же, да? Да, помоги мне, пожалуйста, воздух убить. А где воздух? Месторождение минералов выработано. Сам забирай, где еще? Чувак, дома. Отбивай дома отбивай. Где? Дом. Ага, вижу. Дай мне больше всех, дай. Инвиз не сбой. Я помню. Там кричит, опять медики. У нас проблема. Какая, что? Там эти, самолетики. База, ну, сам. Алло. Огонь. Я тебе верю. У меня нет инженерки. Блин, о, их нечем убить. Викинги. Что викинги? У меня одна лаборатория. Я сейчас сделаю подкрепу. База удобно расположена. Нужно вытеснить, у нас с минералами проблема. Ну, у меня 900. База союзников атакована. Трать. Блин, так нельзя, что ли? Что стряслось? Неподходящее место для посадки. На помощь! Братан. Кому навес? Даешь расплай. У меня ощущение, что сейчас очень... Очень будет тяжко. Атакована. База с месторождением минералов выработана. Месторождение минералов выработано. Скорее в атаку. Приказы будут. Что за? А, у нас общие деньги, но я понял. Ну, давай тебе. Короче, здесь тупость. Да, я понял, да, что ты лечить не можешь, да? Да. Я тебе про это говорил уже 400 раз. А... Так, что? Неподходящее место для посадки. Вот еще хата. Да, надо занимать. Гриды без шансов, да, наверное, мы не успеем сделать никак. Гриды на технику? Ну, на большой. Войска союзников пим. Атакованы. Делаешь? Брат, а, ты не можешь сделать пол. Короче, здесь, по-моему, землю вообще бессмысленно строить, слишком долго и дорого. Да. Нет, ну против этого. Главное, большие цены, они просто очень-очень...
Нет, 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 нет. Недостаточно энергии. Нужно еще больше. Где еще больше? Дай я тебя починю. Ты, у тебя горит как бы здание, но это мелочь. Какое? Да все, я уже улетаю. Так. Завершена. Так, домики понятно. Чини большие сзади, которые стоят. Сейчас, секунду. Блин, фокуси, пожалуйста. Я фокушу, да. Недостаточно, пристройка завершена. Так, мне минералов много, газа нет. Вач. Я не вдвач. Тем более, в два все равно мои даются. А нам что делать? А. Где еще одна реликвия? По-моему, чуть ниже или... Я не помню. То ли здесь, то ли... Это большая сложность. Микри, 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 микри. Наши КСМ атакованы. Так. Точно все ограничено. Скажу. Войска союзников атакованы. Следи за зданиями, я тебя очень прошу, я занят. Атакованы. Хорошо. Понял? Да, да, да. Наши КСМ атакованы. А вон здесь еще будет база сейчас. Наверное. Викинги нужны? Нет, пока нет, но на будущее, да, конечно. Тут много, много леса. Так, эту базу мы скоро займем? Да. Короче, я с другой стороны. Да, контроль, да, 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 контроль. Надо пилоны просто выбить. Надо было так. Просто альфа-стар. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Наши КСМ атакованы. На помощь! На помощь! На большом. Все? Все, да, у тебя баньший. Я смотрю, ты офигенно контролишь этого войска. Да. Пристройка завершена. А как? Чё, плохо? Газы добывай. Арсенал. Всё, дома, дома, да, ты работаешь? Типа того. Ну, блин, здание, ты смотри, сколько ты теряешь. Там в какой-то момент просто. Кого я теряю? Пока ничего не теряю. Ладно, больше. Есть, короче, лайфхак, но я не помню точное исполнение этого лайфхака. Там атака сверху. Были не напрасны. А? Мы с радостью отдадим жизни, лишь бы приблизить. Нужно больше большой. Очень маленький продакшн. Мы, я могу твоими рабами добывать у себя на газу? Да, наверное, не знаю. Давай, разбирайся дома. Давай. Так. Атакованы. Верно, да. Граждане настолько тупые. Недостаточно энергии. Так, газилка. Барак. Короче, иди вверх, чисти вверх. Сколько там денег, чувак. А зачем? Аккуратно, вверх? Аккуратно. Короче, здесь находится эта херня. Через вот этот, через этот верх вот так вот можно пролететь. Но тут чистить долго. Есть работенка. База атакована. Помогай викингами. Даю тебе викингов. Я викингами контролю. Да, ты воздухом мне неудобно будет. Бедный, база ему неудобно контролить. Аж да. Недостаточно энергии. Ты уверен, что через верх? Энергии. Да, да, да. Завершено. Угу. База атакована. Еще бараки выйти мне, ел баншей. Атакованы. На помощь! На помощь! Баншей? Дома. Все, что я контролю, не трогай. Тебе дома надо, дома помочь. Дом. База атакована. Имморталы.
Много. А, ну викинг, хотя нам. Неподходящее место для посадки. Угу. Викингов норм. Да. Недостаточно виспена. Почему не. Газа нет. На починку. А будет. Все, я тогда перестаю строить, оставляем починку. Смотри, я к тебе большой назад отправляю, на починку, чини и обратно в бой мне возвращай. Я не продержусь в одиночку. Кто-то сказал. Да, ты не поймешь, слишком сложно. Так. КСМ. Я не отдам этого КСМ на огне, кстати. Аккуратней, аккуратней. Рядом рабы, которые готовы тебя чинить. Прямо вот здесь стоят. Я убью своего раба, чтобы не потерять его. База отобрал недостаточно энергии. Улучшение. Так, чувак, там один иммортал пришел, но это, в принципе... И где тут, простите, хранилище? Чисти вот эту штуку. То есть поверху вот так можно будет пролететь. Вот я. Тут даже чистить не обязательно. Аккуратнее, там шторм. Я вижу. Там еще фотонки будут. Че, мы переживем. Неподходящее место для помощи. Я предупреждал. Так, вот тебе, короче, рабы. Я к тебе наверх заехать не могу, потому что вот это закрыто, и рабы не могут проехать. А, серьезно? Ой, ты КСМ отдал. Да мне пофиг. Это ты контролишь вообще-то, не я. Я тебе помогаю просто. Ядрить, чё, аккуратно, пожалуйста. Даю тебе боевую задачу. Берешь две удубанши, убиваешь там шторм. Вперед. Что сделать? Ты берешь двух баншей или трех. Так. И пытаешься фокусить этих штормов. Ладно. А ты не можешь это сделать двумя кнопками? Нет, я буду контролировать всю армию. Хорошо, дай мне баншей определенных. Забирай в сторону сам. Давай, раз, два, три. Чего забирай? Баншей в сторону забери. Хорошо. Все, это... Это твои баншей. А где они стоят? Эти... Вот тут, например. Ты же сказал, мне через верх. Окей. Он вот тут прям стоит у фотонок. Да бей на это вообще не пофиг. Да, и теперь здесь викинги нужны. Ваши войска атакованы. У нас маленькая проблема на базе, но да не суть. Да мне плевать на базу, все. Можно починиться. Вперед, вперед, вперед. Не надо учиться. Контроль там, сам контроль. Как ты тут починить хочешь? Продолжай, вот, оно дальше. Изи, все, я выиграл. Это не оно. Это не оно, хранилище не артефакта. Оно. Хранилище артефакта. Оно ж по-другому... Мы еще одну реликвию, кстати, не взяли. Ладно, плевать. Это оно же другое, оно же здание было ниже, и оно было другим по виду. Короче, переделали миссию немного. Не, в оригинале было гораздо сложнее. То есть там реально мертвая зона была очень маленькая. Хорош. Где общение с чатом? Ты видишь, какие у нас миссии? Я сейчас говорю, не успеваю. Тут как бы контроль над ребят. Чат, поймите. Да, поэтому... Вы можете одновременно читать и говорить? Мы тоже. Ладно. Так, мы походу на чарп. Да? Уже? Или... Нет, подожди. Пожаротушение, да, 50% ты имел в виду? Угу. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новое, больше ничего особо. Я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Ученик вот первый раз прохожу. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное. Да, через низ там жестче. Обеспечь меня.
И чё в итоге? Короче, я беру псианулятор. Чё мне париться? Нужны минералы. Скоро приближение атаки. Очень нужны... все, это под пятый уровень. Очень нужны минералы. Ну я все апнул, что мне нужно было. Все корабли... Все корабли быстрее. Тебе нужно... Тебе оно нужно вообще? Тебе. Мне не нужно. Почему? Для банши, для викингов? Ну, блин. Пока у меня нет возможности, у меня 3 этих осталось. Минералы. Построенный солнечный новичок? Естественно. Журналист, журналист. Ультра-хардкор на минус 60%. Угу. На плюс 60%. Ультра-нубасы. На минус. Так. Слушай, ну вот это полезный грейд. А, гелионы могут стрелять на ходу. Интересно. Интересно, интересно. Так, ну баншей тоже есть смысл сделать. Нет, не на минус 40, на минус 60. Все-таки на минус 60. Так и не поняли. О! Привет, Зерк. А когда будет следующий турнир? Хороший вопрос. Очень хороший. В следующие выходные, не в эти, а в следующие, будет турнир 2 на 2. Крупный. С призовым фондом. Тысяч, наверное, в 10. О, я буду участвовать. Сразу услышал. Деньги. О, интересно, интересно. Нет, ну 2 на 2 турнир. Деньги не 2 на 2 турнир. Там повылезают вообще все профессионалы. Ну что? Короче, ничего интересного. Может, вот это вкачать, такая штука полезная. Или есть что-то на стриме интересное, я не понимаю. Там давай думай. Спрашивает, поток демага будет, но это если они будут. Чем мы можем еще? Можем одну. Банши стреляют очередями, это что такое? А-а-а. Короче, типа мини-сплэш, что ли? Инвиз в два раза больше держится. КСМ можно строить в научном судне. Чё? Сегодня начинается революция, сегодня день КСМ. Вау. КСМ имба. Это как же? А, сплэш в линию, то есть атака этот, я понял, я понял. Я видел такую штуку. Все так. Реально 7, урон 30. Научное судно стреляет на ходу. Ну такое. Одной реликвии не хватило до исследования тосов, которые мы не взяли. Ну ладно. Не только там мы не взяли, мы еще где-то пропустили. Вообще, это Зерк что-то там пропустил. Я тут. Кто? Зерк все делал на базе. Че? Я. Ты говоришь, кантри тупит? Что? У тебя лагает, видимо. Заходите на стрим кантри, у которого нет лагов. У него информация передается максимально. Неплохо, неплохо. Правильно. Байтер, ты от бога, кстати. Я по чуть-чуть. Спасибо, Фортик. Большое. Друзья, если вам нравится стрим, вы можете его поддержать, можете на него подписаться. Только поддерживать надо не на Твиче и Ютубе, а по специально обученной ссылке, где нет комиссии, нет кидалова и где все прозрачно и понятно. На Ютубе в разделе сообщества я об этом написал, в группе ВКонтакте тоже. Почему именно так? Там все подробно разложено. Ссылки все есть, ключевые под стримом. И вот на этих замечательных ребят. И на все остальные тоже вещи тоже есть в описании канала. Чуть-чуть ниже. Запрыгивайте.